Мы находимся на территории общеобразовательной школы Уфимского района, деревни Подымалово. Здесь, на спортивной площадке, мы построили наш спортивный городок. Брусья, турники, все, что связано с спортом для всех. То есть каждый может прийти и позаниматься. В деревнях же хорошие снаряды практически нигде не наблюдаются. Если посмотреть то, что было здесь буквально 2 недели тому назад, небо и земля, то, что мы построили. Буквально за неделю совместными усилиями мы собрали денежные средства и возвели вот эту чудесную площадку. В нашей инициативной группе сейчас 12 человек. Всеми общими усилиями, как говорится, с миру по нитке. Обошли спонсоров, обошли наших знакомых, друзей. Выходили на улицы, продавали шарики, магниты, футболки. Все вручные деньги шли на строительство этой площадки. Здесь мы присутствуем на открытии площадки, спортивной площадки. Будем делать кроссфит. Показывать людям, как мы проводим кроссфит и вовлекать их в спортивное движение. Будем вовлекать людей в спорт, будем приглашать их на тренировки, чтобы они занимались, чтобы они чувствовали себя в силе. Вот, для этого мы здесь. Да. Главное, чтобы ребята занимались полезным делом. Бегал, боксировал. Мне все очень понравилось. Теперь я сюда буду ходить. Я подъемом переворота делал и на турнике был. Я занимаюсь спортом. Мы сюда раньше, не раньше ходили, мы сейчас сюда ходили, когда этого еще не было. На турниках там качались, вокруг этих бегали, вокруг поля бегали. Раньше были старые, а сейчас поставили новые. Мы занимались боксом. Спортом, как бы бокс. Репетировки там всякое, тренировки там разные. Мы сюда каждый день приходим и спортом занимаемся. Мы планируем открыть еще как минимум 2 площадок до конца этого месяца в деревне Дмитриевка Уфимского района и деревне Михайловка.